Всем хай-фай, меня зовут Ярослав Семишевский. Вы смотрите музыкальный интернет-проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов. Главный приз у нас 200 тысяч рублей. Но сегодняшний выпуск у нас вне конкурса, потому что мы пришли уже к состоявшейся артистке, замечательной, очаровательной Елене Василек. Поэт и композитор Лена Василек. Прежде всего, автор хитов группы «Белый день». Такие известные, как «Галина», «Деревенька», «Мама», «Свекровушка», «Именинница» и многие другие прочно завоевали сердца своих слушателей. 7 аудиодисков, 3 фильма-концерта, в общем, около 100 песен собственного сочинения. Нелегкая женская судьба самой Лены Василек невольно превращает выступление музыкальной группы в удивительно лирическое красочное действие. Искренние, идущие из самого сердца автора стихотворения, гармонично переплетаются с песнями. Лена Василек на протяжении уже нескольких лет собирает полные залы благодарных зрителей по всей России. Привет! Вижу, настроение хорошее. Хочу сразу сказать тебе огромное спасибо, что пригласила к себе в гости. Не все решаются. Спасибо за эти вкусности, которые ты сама, наверное, приготовила. Ну, у меня очень много сейчас гастролей, поэтому, к сожалению, нет времени на готовку. Да? Поезжайте ко мне летом. Но в любом случае, я уверен, что это вкусно. Это очень вкусно. А ты знаешь, что можно было бы и сказать? Да, это приготовила я. Ну, зачем же врать? У нас все по-честному. У нас же народный махор. Да. Здесь же не врут, здесь же все по-честному. Лен, ты знаешь, несмотря на то, что у нас проект музыкальный, все-таки главная песня, но хотелось бы небольшое интервью спросить. Интересно же все-таки, как твое становление. Вот когда ты почувствовала, что вот, ну, не люблю это слово в отношении себя, но в любом случае почувствовала, что ты звезда, что ты востребована, у тебя там, не знаю, появились концерты. Как это все происходило? У тебя есть продюсер, может быть, который вложил денег в одно время, да? Запустил песни на радиостанции, и все понеслось. Сказочник. Да? Ну, вот насчет концертов я почувствовала это вот не так давно, где-то лет 10 назад. Вот действительно то, что касается кассовых концертов по билетам, да? А звездой я себя почувствовала еще в самом раннем детстве. Я очень любила петь. И вот один раз в троллейбусе я стала громко петь «Надежда», «Мой компас земной». Люди меня слушали, и вот тогда я почувствовала себя звездой. С тех пор звездой я себя больше не чувствовала. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки я не очень люблю это слово. Знаешь, вот звезды, они там на небе где-то. Ну, ребенку это еще было как-то просительно. А вот сейчас я просто отдаю всю себя, все свои душевные силы. Я же сама пишу и музыку, и слова своих песен. Поэтому все, что я делаю, это все вот из этого сердца. Это все понятно. Вот мне хотелось бы узнать про продюсера все-таки. Он есть, был там или будет, я не знаю. Ну, будет или нет, не знаю. Может быть, и будет после нашей программы. Может быть, посмотрят нас с тобой сразу. А он нужен? Да кто его знает, нужен он или нет. Если он талантливый, грамотный, почему же не нужен? Обязательно нужен. А я вообще-то, нет у меня продюсера, Ярослав. Вот так вот сама и пишу, и пою. И выступаю. Ну, это на самом деле очень хорошо. Ярослав, ну это очень тяжело. Я столько лет пробивалась своей вот этой вот головой и своим сердцем. Ну, я почитал, подготовился с 90-го года, да, насколько я знаю. Но ведь и ты тоже так идешь, понимаешь? Но самое интересное, что вот этот путь, он самый правильный, мне кажется. Самый интересный. Потому что нам никто уже не сможет сказать, что «Ах, вот я вас там куда-то вытащил, я все сделала сама, и он все сделал сам». Вот, поэтому, Ярослав, молодец. Да. Я слежу за твоим творчеством, с удовольствием смотрю и понимаю, что действительно в наше время, благодаря интернету и благодаря вашей активности, дорогие мои зрители, слушатели, это все стало возможным. Без продюсера мы идем к вам со своей любовью, своими песнями. Да, я хочу сказать, что это самый лучший путь. Я поддерживаю. И все песни, которые мы слышали, написаны тобой, да? В основном, да. В основном, здорово. Да. И тот самый хит, который я знаю, и все многие знают. Песен-то много, но вот есть основной хит, который, по которому человека узнают, да, это «Цветет, цветет возле дома калина». Классная песня. Надеюсь, что мы сегодня ее услышим. Да? Ну, если попросишь, конечно. Конечно, попрошу, очень хочу. А вот дуэтную, какую мы спели с тобой? Ты знаешь, у меня есть новая песня абсолютно. И если бы ты ее спел со мной, я была бы очень счастлива. Называется она «Над речкой туман».
песня о любви, лирическая, такая, да, красивая. Да, я уже послушал песню. Мне кажется, прям для твоего голоса это то, что нужно. Там в терцию, ой, как хорошо получится. Ой, да, здорово, попробуем? Да, обязательно, хорошо. Я согласен. А что тогда сюда я пришел вообще? Лен, ты знаешь, поскольку я тоже артист, я тоже все время в поиске песен, но писать я не умею, ни слов. Ну, как-то было, что музыку в детстве пробовал писать, но потом забросил это дело. И всегда, когда я прихожу в гости к авторам-исполнителям, я прошу, пожалуйста, если будет что-нибудь для меня. Ну вот уже дуэт есть уже. Дуэт теперь уже нужно есть, да? Что-то такое для тебя. Но я подумаю, ага, и, конечно, что-нибудь исполню. Но, Ярослав, здесь есть одна такая вещь. Смотри, вот песня «Галина», ага, она ушла в народ. Она практически стала народной. И никто не знает, кто автор этой песни. Никто не знает. Да, а мне спрашивают, ты обижаешься, не обижаешься? Но с одной стороны, я вроде как не обижаюсь, а с другой стороны, обидно. А вот я напишу тебе сейчас хит, а ты даже не скажешь, что это Лена Василек написала. Нет, я скажу. Ну, тогда обещаю вот сейчас зрителям народного махора. Обязательно скажу, да. Но у меня вот как раз еще вопрос по этому поводу. Я слышал, что эту песню пел мужчина. Но это было логично. Но когда я услышал, что поешь ты, я подумал, странно, может быть, не твоя песня, но почему именно вот... Давай я расскажу, как все было на самом деле. Эту песню я написала для Михаила Сергеевича Евдокимова, которого, к сожалению, сейчас с нами нет. Вот, но он не успел ее спеть, ушел в губернаторы, ну, а дальше там не очень такие трагические, к сожалению, события, не очень все хорошо сложилось. Вот. Но эту песню спел Николай Гнатюк. И именно с этой песней он вышел на «Славянский базар». А было так, он позвонил мне по телефону и сказал: «Лена, я вот тут спел вашу песню». Уже спел, он меня уже поставил перед фактом. Да. Вот можно ли я ее спою на «Славянском базаре»? Ну, я, конечно, разрешила, но попросила: «Николай, ну тогда уж раз, ну потешьте сердце автора, ну возьмите меня с собой». Все правильно. И я поехала на «Славянский базар» вместе с ним, и, ну, где-то там на подпевочках мы с ним все это дело спели. Вот так песня пошла в народ, поэтому вы и слышали ее в исполнении, скорее всего, Николая Гнатюка. Да, скорее всего, да. Но я тогда не понимала, в чем исполнение я слышу. Ну, песня классная. Ну, вообще, все песни хорошие, я их слышал. Ладно, спасибо. И все, что не делается, все делается к лучшему. А знаешь чего? Я вот предлагаю спеть эту песню прямо вот здесь. Мне кажется, прямо вот это будет очень по-домашнему и красиво. Ты не против? Ну, только не ошибайся в словах. Хорошо, попробуем. Ладно. Я себе поставлю шпаргалку. Ладно? Все. Поехали. Пролетали журавли, разрезая острым клином синеву. Нет нигде таких красивых вечеров под небом синим, будто сказка наяву. Нет нигде таких красивых вечеров под небом синим, будто сказка наяву. А над речкой туман, а на сердце рассвет, и дороже тебя никого в мире нет. Мы с тобою вдвоем, только ты, только я, ты единственный мой, ты родная моя. Наклонились низко ивы над водой, я руками эту влагу зачерпну, напою тебя святою родниковою водою, и в глазах твоих бездонных утону. Напою тебя святою родниковою водою, и в глазах твоих бездонных утону. А над речкой туман, а на сердце рассвет, и дороже тебя
никого в мире нет, мы с тобою вдвоем. Только ты, только я. Ты единственный мой, ты родная. Ромашками цвело, горе-горюшка ветрами унесло. И увидим мы с тобою над рекой, как над судьбою, наше счастье, будто солнышко зашло. И увидим мы с тобою над рекой, как над судьбою, наше счастье, будто солнышко взошло. А над речкой туман, а на сердце рассвет. И дороже тебя никого в мире нет. Мы с тобою вдвоем, только ты, только я. Единственный мой, ты родная моя. Ты единственный мой, ты родная моя. Ой, Лен, честно, песня очень хорошая, мне безумно понравилась. Ты просто очень хорошо спел. Да, ладно, хватит уже, я тут сейчас засмущаюсь. Спасибо большое, ты тоже очень классно спела. Я надеюсь, что у нее большое будущее в этой песне, и именно в нашем исполнении. Да-да-да. Запомните его слова. Ну, а сейчас та самая. Цветет, цветет. Ой, уговорил. Только вот я не знаю, как это все да будет. Да давай стул, а то обменим, да и все. Давай, давай, все, я согласен. Удивительное ощущение петь на своей кухне. Но это же народный махор. Здесь все по-иному, все по-настоящему. Ну что ж, Галина. По совету колесила я много лет, но счастья так и не нашел. Детишек нет, жены его тоже в общем нет, и на душе нехорошо. Видала я много разных стран и городов, ногами шар земной крутил, что было сил. Да только сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою навину. Ой, живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. В этом доме галина, да я никак все туда не дойду. А помнишь, Галя, как я в армию пошел, и от тебя все ждала письмо. А друг соврал, что я другую там нашел, и ты поверила в слова. Я столько лет тебя пытался позабыть, бежала по свету, как чумной, не чуя ног. Но
Но раз любить тебя, родная, раз любить, так и не смог, ой, ай, а так и не смог. Растет, растет, а возле дома калина, растет, цветет, на мою навину, и живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду, а живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду. Злое воронье. Встречала я женщин умных, сильных и молодых, да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, и наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь, ты только жди, а ты только жди. Эх, растет, растет, а возле дома калина, растет, цветет, на мою навину. Я живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду. Я живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду. Спасибо, что смотрите «Народный вокал». Давай споем вместе. Живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду. Живет, живет, живет в этом доме галина. Да я никак все туда не дойду. Спасибо, спасибо большое. Класс. И это была Елена Василек. Спасибо тебе огромное за настроение, которое сегодня нам подарило, мне и нашим зрителям. Тебе огромное спасибо за то, что приехал ко мне в гости. Да еще и народный махор с собой привез. А вот такие подарки. Ого-го. Сборник лучших песен на MP3. У меня же их 9 альбомов. Представляешь, спасибо. И все они есть здесь. Это видео. И еще я сама пишу стихи, пишу басни. Вот такие книжечки. Спасибо все тебе огромное. Теперь в машине будет не скучно, это точно. И дома не будет скучно. Может быть, там найдешь хит среди них? Выбирай любую. Хорошо, обязательно. Все для тебя. Буду точно слушать. Спасибо. К сожалению, у меня нет такого количества песен пока, но надеюсь, что в скором будущем будет. Мне будет что тебе подарить. Спасибо. Еще раз спасибо. Спасибо. И спасибо нашему спонсору, Ельнинскому пищевому комбинату. Вы самые классные. И у вас самые вкусные консервы. До свидания, до новых встреч. Пока-пока, увидимся. Спасибо.